Мы тут с друзьями недавно кружили-дружили, в общем, смотрю, что-то такой жаркий спор между геей и Исой. Иса такой говорит: а, Фелечка, переходи, пожалуйста, без тебя не получится. Твои друзья русский язык не знают, 2 часа объясню, ничего не понимают, честно. А гея говорит: ой, это ты по-русски разговаривать не умеешь, все здесь понимают, просто тебе непонятно. Потому что одно слово говоришь, ты 3 часа надо думать. Вообще, я говорю: так, мальчики, не ссоримся. Я говорю: с какого языка на какой надо переводить? Иса говорит: а, наверное, с русского языка на русского языка. Откуда знаю? Скажи их. Я говорю: их слышит, так. Он говорит: друг на узкое место друг другу знает. Я говорю: что? Он говорит: а ты тоже не понимаешь? А Гея говорит: аба, она тоже не понимает. Конечно, не понимает. Ты по-русски не знаешь, поэтому она не понимает. Даже она не понимает нас. Я говорю: да подожди ты. Я говорю: есть исходник какой-то? Я говорю: оригинал этого выражения. Ну что, что это значит? Он говорит: смотри, конечно, есть. Смотри. Дост. Я говорю: так. Даргюнь да тананер. Я говорю: а, так это пословица. Я говорю: друг познается в беде. Я говорю: ай, мне бичу, 2 часа ерунду рассказывает мне. Узкое место здесь ищет. Далеко сижу, уже не знаю, что он хочет. Гижа еще как орет, как сумасшедший. Иса говорит: подожди. Откуда беда появился, это перевод твой? Там разве узкого места нету? Я говорю: давай я тебе расклад сделаю. Смотри, дост – это друг, в переводе значит. Таненер берем с конца предложения, переставляем сюда, познается. Дар, гюнь, да? Дар – это не про одежду речь идет, да, и не про проход узкий. Я говорю: дар, гюнь, да, это стесненные обстоятельства. Но поскольку это идиома, то друг познается в беде. Вот как я тебе озвучиваю, это правильный литературный перевод. Я говорю: ой, да, опять литературный перевод. Пришла, не их сторону держала, не мой сторону держала. Как всегда, профессор русский язык умничала. А, конечно, остальные теперь: я не могу разговаривать, она не может понимать. Ленка, вставай, давай уходим. Между прочим, если у вас узкий день будет, я всегда буду рядом. Я говорю: так давайте же выпьем именно за это. Хороший тост. Я говорю: и продолжим без споров наш прекрасный вечер.